где, как снять? Вдали слышно выстрелы, взрывы, и это по нашим позициям, по украинским. На разрывы или миномета, или гаубицы, которые прилетели в сторону наших позиций. Там, в той стороне, стоят наши позиции, украинской армии. Ну нет, с нашей стороны пока не слышно выстрелов. То есть и мы тоже не открываем огонь и надеемся на то, что будет соблюдаться периметр. Ми на крайній у блокпосту поблизу Дебальцево. Звідси до боїв приблизно 2 кілометри і до самого міста Дебальцево 15. Стріляю всього, що можна, і такому нічого біжуть. Вот можно сказать, что несмотря на то, что это не совсем перемирие, это уже... Какое же перемирие? Вы же сами слышите, что идут. Ну да, ну да. Перемирие — это когда никто не стреляет. Угу. Вы все слышали, что Захарченко заявил, что ему ничего не будет это. И Путин сказал, что его войск здесь нету, и он ни по каким этим... Уже было перемирие, но все равно они стреляют. И то, что они говорят, что мы стреляем по городам, это неправда. Потому что это их снаряды, и они сами стреляют по своим городам, вот этим. А потом говорят, что это Украина. А после ночи это...